Партнер проекта – компания «Ронда». Все для мебели на Фоминской, 49. Ребенок не может свои эмоции держать и приходится в общественном месте вот так выражать свои эмоции. Не каждый взрослый сможет сдержать свои эмоции, так что и не каждый ребенок, тем более. Я считаю, что, во-первых, перезагруженность ребенка, я не имею в виду там какими-то делами, а вот очень много сидят в интернете, у компьютеров, и отсутствие около дома хороших детских площадок, чтобы ребенок свою энергию выбрасывал. Это изначально идет от родителей. То есть если родители постоянно ребенка выводят в свет, так скажем, да, чтобы они общались со взрослыми, также с детьми контактировали, они совсем по-другому себя ведут. Если ребенка запереть дома, да, соответственно, и он там год, два года, три года не видит никого, понятно, что он уже как ошарашенный. Ну, это происходит, во-первых, там от воспитания, возможно, там от настроения ребенка, там неизвестно, какая ситуация у него произошла, там 5-10 минут назад. Может быть, что-то случилось у ребенка там плохое, да, в этот день, как бы это как реакция его, допустим, на эту ситуацию. С пониманием. Детки же, они капризные сами по себе. Например, какая-то ситуация, если для взрослого это нормально, то для детей это не является нормой. Жарко, холодно, и они этим проявляют свои эмоции. Если в хорошем настроении, то, в принципе, вполне терпимо. Сделать с этим ничего нельзя, особенно с нынешней гиперактивностью. Мне кажется, ритм, весь ритм закладывается еще внутриутробно. Потому что они дети, они играют, они так развлекаются, они так живут. Меня это не раздражает, не напрягает. Стали спокойнее к тому относиться, как дети ведут себя в обществе, так скажем. Потому что если раньше их больше одергивали, то сейчас их меньше одергивают. Может быть, это и хорошо. По своим знаю, что после просмотра большого количества игр, телепрограмм, вообще с компьютера, планшета, их очень сложно остановить. То есть бесится жутко. Бывают дети возбудимые, бывает нет. А отношусь терпимо. Ну, я к таким ситуациям отношусь это отрицательно, а происходит это, дети видят, что у них происходит в семье и, соответственно, ведут себя точно так же. Правильно говорят, что дети – это зеркало своих родителей.